чтобы подключиться к ноосфере, информационному полю Земли. Это событие сравнимо разве что с покорением космоса. Не хочешь, чтобы пострадали невиновные? Тогда помоги нам найти виноватого. А ты сейчас за хер? Добрый день, десятилетия спустя. Сану по образу и подобию. Мои люди до сих пор лежат там, а я их даже похоронить не могу. Погиб в аномалии, расстрелян вольными, найден с камнем на шее, сброшен с обрыва, разорван псами. Нельзя убить Бога, как нельзя и убить небо над нашей головой. Слепой я, а не видишь ты?